Климчук Ярослав Дмитриевич. Работаю на фирме Grignard Frozen Poland в городе Липно. Занимаюсь водитель погрузчика. Разгрузка, погрузка автомобилей больших, доставка товара на продукцию обратно, сморожение, складирование товара. В среднем где-то около 280-300 часов. Через фирму партнеров в Украине. Основная цель, конечно, как бы заработать денег, ну и найти хорошую фирму, где можно было работать бы в дальнейшем на постоянной основе. Хорошие условия, 2-3 человека в комнате, есть возможность проживания как в частном доме, так и в хостеле. Душ, туалет, стиральная машина, кухня, ну, в принципе, все, как бы, все, что нужно для жизни, есть. Хорошие отношения. На все просьбы там и пожелания откликнулись, и все, что обещали, выполнили, никаких минусов нет. Если вы хотите работать там, ничего не делать и 5 часов в день работать, конечно, вы ничего не заработаете. Надо работать, ну, нормально, много и на хорошем предприятии, и можно заработать приличные деньги.